дорогие. Тетя Аля, вот видишь себя? Спасибо. Александра Николаевна Пахмутова вместе со своим мужем Николаем Николаевичем Добронравовым написала очень много песен. Она великий композитор, она написала более 3000 песен, в основном это были детские, но там еще много взрослых. Она написала очень много песен в стране СССР, эта страна еще была до нашего рождения. Моя звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Мы, когда собираемся где-то с друзьями, люди сначала поют модные песни, стильные, все веселятся, все, а потом вдруг начинают: светит незнакомая звезда. И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели. Пахмутова своей музыкой все время пела гимн любви. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. То она наша любит Пахмутову, потому что вся ее жизнь – это открытое сердце. Главное, ребята, сердцем не стареть. Песню, что придумали, до конца допеть. Никогда не забуду, как она садилась за рояль, как мужчина, как играла с такой силой эмоций. Это соло барабана в оркестре. И Аля, и Поля, они чистые люди, влюбленные в жизнь, влюбленные в друзей. Вот они как были, такая молодая, талантливая пара, так они и остались. Причем они удивительно дополняют друг друга, и их надо слушать вдвоем и по очереди. Начало вашей истории – это любовь с третьего, со второго, с первого взгляда. А зачем вам это надо? Ты скажешь, когда выключат камеру. Нет, могу сказать. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома. Мы знаем, что вот поют твои песни. Вот где-то собираются люди, где-то компания, идут по улице. Вот это высшая награда. И нам некоторые артисты, очень известные, говорят: как? Это ваша песня? А я думал, что это народная. Пахмутова и Добронравов. Они всегда писали свои песни о простых чувствах простых людей, о таких же, как они сами. Простые, открытые, с чувством юмора. А для страны, хотят они того или нет, были и остаются символами эпохи. Мы всегда писали о людях. Так можно сказать, тоже космонавты – символы эпохи. Но они работали не из-за символов. Это какое-то холодное, что-то плакатное в этом есть. Нет. Представьте себе, вы едете в поезде, поезд ненадолго останавливается на промежуточной станции, вы выглядываете в окно, а на перроне стоят Пахмутова и Добронравов. Вот так вот запросто. Вдруг. И вам так хочется взять автограф, сфотографироваться, обнять. Но ваш поезд отправляется через минуту. Обидно, жутко. Нас не пускают к вам. Я не знаю, как вас обнять. Не пускают. Вот такая любовь. В какую бы точку страны они ни приехали. А за всю свою жизнь, сочиняя песни, они объехали, облетели и проплыли всю страну вдоль и поперек. И вот сейчас собрались в Тамбов для выступления на музыкальном фестивале. Полдня пути от Москвы. И едут с большим удовольствием, потому что их ждут. Сколько километров вы проехали уже со своей жизнью вдвоем? Очень много. Ну, хороший вопрос. Вообще, мы много очень летали, очень много, но не меньше, наверное, мы все-таки ездили на поезде. Мы проехали всю страну, вот это было страшно интересно. Они вместе уже более полувека.
всегда вместе. Сделать фильм только про Пахмутова невозможно. А возможно, про Пахмутова и Добронравова. Два неразлучных сердца. Аля и Коля. Я растоплю кусочки льда сердцем своим горячим. Буду любить тебя всегда. Я не могу иначе. У нас познакомили в детской редакции, в музыкальной редакции детской радио. Тогда же нам сказали, летние каникулы начинают. Ну, что вам, возьмите, напишите песенку о детском отдыхе. То есть даже у нас даже, в общем, с работы даже это началось вообще. Вот я написал, прочитал ей. «Лодочка моторная». Это называлось «Лодочка моторная». И лодочка поплыла. Николаю 28 лет, Але 27. Она молодой композитор, а он Арамис. Красивый мушкетер с усами. Вот когда у нас начался этот роман, она ходила на мои спектакли в Театре юного зрителя, где я там много играл. Выпускник школы-студии МХАТ Коля Добронравов в одном из спектаклей Театра юного зрителя долгое время выходил на сцену в роли Арамиса из «Трех мушкетеров». И когда на спектакль в зрительный зал приходила Аля, он просил своих друзей играть чуть быстрее обычного. Быстрее, потому что его ждала Аля. Да, ну, изыграли, так сказать, побыстрее. Что было, то было, да. А в зале бедные дети. Нет, Аля, все равно мы играли честно. Понимаешь, в чем дело? Это просто спешили вообще. Ничего из смысла мы не пропускали. Так. Александр Николаевич, на какие поступки ради вас способен Арамис? Включить телефон и отвечать на все звонки. Выключи мобильник. Извините, да, у нас это он постоянно звонит, я сейчас... Вот. И я сказал... Татьяна Михайловна... Добрый. Да-да. Не туда попали, Коля. Да. Ну что это такое? Ну скажи, что это химчистка. Скорее всего, это провидение. Провидение Господа Бога, что они нашли друг друга. Вы знаете, я до сих пор пою вот уже 40 лет песню, которая называется «Нам не жить друг без друга». Да? Вот. Это, наверное, вот это квинтэссенция их отношения друг к другу и к творчеству. Скорости вокруг бешеные, мы себя едва сдерживаем. Значит, надо быть бережнее, нам не жить друг без друга. Ей нужен был человек, который чувствует ее музыку, который восхищается ей. А ему нужна была муза, которая понимала каждое слово того, что он пишет. Поэтому Пахмутова это уже, все, конечно, говорят, там наш мировой классик, это уже человек... который прошел сквозной линией через многих из нас. А старый клен только чего стоит. Ну, то есть, пока. Пока. Старый клен стучит в стекло, приглашая нас, друзья, на прогулку. Отчего? Отчего так хорошо? Потому что ты мне просто... Давай, становись. Ну, ты решила здесь встать, на ступеньку выше, да? Ну, конечно. Ну, я первый раз так встал. А ты первый раз сегодня. Но, больше но, не буду. Да. Дорогие друзья, я впервые выступаю с этой высокой трибуны. Это был сельском самолет. Я выступала, и я вышла, и у меня никогда не спал с этой высокой трибуной. И потом вспомнил, что действительно, а тут меня не видно. Это стало так смешно. Может быть, потому... Нет, мы весь зал захохотал. Зал захохотал. Потому что ее первые ряды вообще не видели.
Самое интересное произошло после выступления Пахмутовой на этом комсомольском съезде. К трибуне побежали делегаты и завалили Пахмутову гвоздиками. И на этой записи отчетливо слышен чей-то отчаянный крик: «Отпустите ее хоть чуть-чуть!» И она не маленькая женщина, она женщина небольшого роста. Она искренне верит, верила всегда в добрые чувства. Она радуется не... ну, каким-то там дворцам или там еще что-то такое. Есть люди, у которых есть огромные требования к жизни. Как будто им жизнь так обязана просто. А мне она ничем не обязана, это я обязана. Алю и Колю песня объединяла с самого детства, еще во время Великой Отечественной войны. 12-летняя Аля и 13-летний Коля тогда, конечно, не знали о существовании друг друга и жили в разных городах. Она в Сталинграде, а он в Ленинграде. И оба играли на аккордеоне раненым в госпиталях. Аля родилась в деревне Бекетовка под Сталинградом. Ее отец был музыкально одаренным человеком. Он играл на всех музыкальных инструментах и руководил народным оркестром. Но при этом был простым служащим в отделе кадров электростанции. Но он практически пожертвовал этой своей карьерой, пожертвовал своим талантом ради нас. Вот не мог оставить маму с детьми в такое тяжелое время. Вот, поэтому он не получил музыкального образования. В 1943 году, во время войны, папа привез Алю в Москву учиться в музыкальную школу при консерватории имени Чайковского. Сам вернулся в Сталинград. А Аля осталась в Москве. Ей было всего 14 лет, когда началась ее самостоятельная жизнь. Добро и дружба были в невероятной красоте и в невероятных масштабах. У моих родителей были друзья. Друзья, земляки по Сталинграду. Раз надо учиться, они меня взяли, и я стала жить у них. И 2 года жила у них. Так что Нина Сергеевна, у нее еще, кроме забот о своей дочери, появились заботы обо мне. За роялем сам автор Аля Пахмутова. На этих известных кадрах Аля на занятиях в школе. Как оказалось, кадры постановочные. Ну хорошо, Аля. А не слишком ли у тебя далекая модуляция здесь в конце? Ну, конечно, договорились, чтобы долго не... Да кто и знает, я все-таки маленькая была, не растеряю, что сказать. Да я ж не помню, да, ну там немножко. Я же вот, ну хорошо, Аля сказала, а вот не очень... Это вы говорите здесь? Хорошо, я исправлю. Вы говорите вот об этой фразе? Да-да. Хорошо, я исправлю. Во время учебы в музыкальной школе Аля буквально пропадала в большом зале консерватории, где сегодня она часто репетирует и дает концерты. И много-много лет эти стены напоминают ей об одном из самых ярких впечатлений детства. Но для нас вот большой зал консерватории – это священный храм. Это навсегда, навсегда наша любовь. Это самые лучшие годы, самые лучшие вот впечатления нашей жизни. Но зато мы здесь бывали днем, мы здесь бывали очень, практически здесь жили. Потому что здесь каждый день утром можно было услышать репетицию. Вечером бывали концерты. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Как молод был длинноволосый рок-музыкант Градский, когда Пахмутова встала на его защиту. Это произошло после того, как они записали песню, без которой сегодня не обходится, пожалуй, ни одно выступление Александра Борисовича. Мы встретились, познакомились. Я, наверное, выглядел не совсем обычно для нее, потому что у нас был свой мир, я занимался рок-музыкой, и выглядел я не так, как положено обычному вокалисту. Видимо, я на нее произвел довольно-таки экстравагантное впечатление. Градский, скажите ему, что он себя переоценивает.
Пришел такой король рока, вот такой, весь из себя красивый, ну, тогда ослепительно популярен. Вот такой. Я, конечно, и он заметил, что я оробела, а я не заметила. Заметил и столько лет помнит. Она мне показала песню, она очень мило всегда напевает свои вещи. Да, она тоненьким таким голосом, очень нежно. У вас и оркестра очень много в этом самом встречном проведении. Ну да, потому что хотелось все-таки какой-то нарастающий, чтобы все шло. Да, знаете, поэтому оркестра много, но здесь жаль, в первых двух куплетах у вас очень хорошо, а в третьем, конечно, хотелось бы, чтобы это было как-то значительнее громче, а оркестра понятно. Много, и хотелось бы все сохранить. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Она отнесла этот вариант на радио. Там была довольно веселая история. Кто-то ей сказал, что перепишите с другим исполнителем, потому что у Градского очень длинные волосы. Аля довольно жестко ответила. Сказала, что она сама лучше всех знает, с кем, что и как ей делать. Градского... Не передавали, по радио сказали, что у него волосы длинные. Здесь сказали, вот пусть Кобзон споет эту песню. Она говорит, я знаю, Кобзон споет, но я знаю, что петь Кобзону. Она знала, что петь Кобзону, и знала, что Иосифу Давыдовичу очень пойдет борода и автомат. Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь моя. Ну, тогда вся страна была в таком эмоциональном отношении к Кубе, к Фиделю, к Че Геваре. Ну и решили, что я должен спеть песню в антураже с Барбудос. Для убедительности мне наклеили бороду. Вот, дали мне деревянный автомат. Куба, любовь моя, сердцем мы все с тобою. Грозные дни рядом станут, друзья. Куба, любовь моя. Ребятки, мы вас очень-очень долго уже не видели, уже соскучились. И пора уже снова друг к другу привыкать, потому что у нас с вами предстоит концерт. Мы с вами выступаем в Кремлевском дворце. Кто будет играть? Тетя Аля? Тетя Аля. Ну, давайте. Тетя Аля пригласила этих ребят из Большого детского хора для участия в своем юбилейном концерте. Дядя Коля, как и всегда, рядом с ней переживает и помогает. Молодцы, очень хорошо. Солист очень хороший. И только единственное, вот, начало куплетов ему там низковато. Заповедный напев, заповедная даль. Свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Большинство ее песен были написаны на стихи мужа. Либо он писал стихи на ее музыку. И оба категорически отрицают, что посвящали музыку и стихи друг другу. Это запись авторского вечера Пахмутовой в 1975 году. Обратите внимание, как диктор, который должен назвать имя композитора, поэта, исполнителя, объявляет эту песню коротко, одним словом, мол... Здесь и так все понятно. Мелодия. Моя мелодия, я твой преданный орфей. В Союзе писателей, когда песня уже зазвучала, все говорит, ну ты молодец. Написал такие, молодец, ты написал такие стихи, посвятил Александре Николаевне. Вот. Но я говорю, об этом узнал, когда мне сказали, это мои коллеги. Не
Николай Николаевич всегда утверждал, что просто написал стихи под готовую мелодию, а песня совершенно неожиданно стала символом другой истории любви. Песня «Мелодия» была написана, по-моему, году в 73-м. Вот, и она предназначалась только Магомаеву. То есть для нас не было, мы даже не представляли, что кто-то другой начнет ее петь. Ведь ему песня очень понравилась, и он, не дожидаясь, когда я сделаю оркестровую партитуру, он в своем концерте исполнил впервые через эту песню. Через 3 дня после того, буквально, как... да. Через 3 дня. И что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Здесь началась, я не могу сказать, с какого дня, числа, часа, не знаю, но очень красивая любовь Муслим и Тамара Синявская. Ну, вы знаете, мне об этом неловко говорить, потому что это на самом деле было так, что это был гимн, рожденный Александрой Николаевной Пахмутовой и Николаем Николаевичем Добронравовым именно, так сказать, под впечатлением того, что они наблюдали где-то в 72-м году, когда у нас зарождались взаимоотношения. Тамара в это время была в Италии, да? Она училась. Да, кажется, да. И Муслим звонил ей, посылал ей цветы. Все это было невероятно красиво. И по телефону спел ей вот эту песню. И он, позвонив мне однажды, сказал: «Вы знаете, мы были на «вы», я записал одну песню. Послушайте, пожалуйста». И он мне поставил мелодию. Я послушала. Я, конечно, я была ошеломлена, потому что, ну, все там сошлось. Музыка, слова и Муслим. Стань моей вселенною, звук лучшие струны нажми. Сердцу вдохновенье. Был какой-то момент, когда они почему-то поссорились, я не знаю. И мы все как-то испугались, неужели такой прекрасный союз распадется. В общем. Мы поссорились. И вот на этой волне родилась еще одна песня. Вот они были какие-то у нас, знаете, Аля с Колей, они такое впечатление, я не знаю, подходят и слова, локаторы. Локаторы любви. Они уловили, что произошла ссора. И они написали «Прощай, любимый». Вот она эту песню записала. Причем записала так, что, в общем, наверное, Муслим, когда это услышал... Ты ворвался в жизнь, как озарение. Ты мой грозный суд и вдохновение. Ты ворвался в жизнь, как озарение. Озарение. Ты мой грозный суд и вдохновение. Там, конечно, если прислушаться, там много чего можно услышать. Рвется сердце к сердцу без оглядки, без оглядки. Две судьбоносные песни о любви. Что бы там ни говорили Николай Николаевич и Александра Николаевна, но нельзя написать песню, которая может сотворить такое чудо, не будучи влюбленными. Влюбленными друг в друга, влюбленными в музыку. Громче, вот здесь напало. Нет, не козы. Коровы, догадались. Я вас провожу.
провожу, меня проводит. Пойдем, солнышко, пошли. Конечно, это любовь. Любовь ребят, родители которых еще даже не родились, когда Пахмутову уже знала вся страна. Можно только позавидовать насыщенной жизни наших героев. Концерты, командировки, записи песен, телефонные звонки, встречи, репетиции. Вот последние годы у нас вообще довольно такая тесная и хорошая творческая дружба с молодежной программой Большого театра. Ребята, которые у нас служат в театре, они ведь не только россияне, не только русские. Это и украинцы, и белорусы, и молдаване, в общем, и армяне. И все эти люди росли на этих песнях. Александр Николаевич, вас не очень обижает такими заявлениями? Нет. Но на самом деле, и поэтому... Это грустно, наверное, наши песни, их родители. Я помню, я там в третьем классе плясал под песню «Замечательный вожатый, есть друзья у нас». А теперь этот вожатый пришел к нам. Замечательный вожатый, есть друзья у нас. Он из смены вечерами, он идет на класс. С пионерами на сборе, в моем он и поспорит. Замечательный вожатый, есть друзья у нас. А вы обижаетесь, когда ваши песни поют в бане? Кто-то из великих людей сказал... То, что, ну, если пьяные поют песни, это же высшее признание. Нет, вообще, ну что? Ты же пьяный, что он не умеет на языке. Ну, да. Под крылом самолета поет зеленое море тайги. Это я сочинил. Под крылом самолета? Да, о чем-то. А самолет был прекрасный, был маленький, кукурузник, хорошенький. Он был маленький, он летел очень низко над тайгой. Тайга как щетинка такая вот зеленая. И так видно тайгу, она волнуется вообще, все. Будто действительно поет. Вот, и потом она поет, она живая. Она живая. Там такая жизнь. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Сочинив эту песню на борту маленького, летящего над тайгой самолета, Аля и Коля долго не могли придумать первую строчку песни. И только через полгода поэта Добронравова вдруг осенило, а страна запела. Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. На маленьких самолетах, баржах, поездах, автомобилях и санях они пролетели, прошли, проплыли по молодежным стройкам страны. Начало 60-х. Это было время, когда молодежь ехала в Сибирь и на Дальний Восток за подвигами. Строить новые города, гидроэлектростанции, поворачивать реки вспять. Написать песню об этих людях, сидя в московской квартире, было, конечно, невозможно. Надо было поехать и почувствовать запах тайги, которым дышала эта отважная молодежь. Или что? Где-то кого-то там, в общем, вызывали и снимали с работы или исключали из партии за то, что где-то там на заводском цехе, где была высечена слава КПСС, вместо этого, там это было, понимаете, вместо этого было сделано главное, ребята, сердцем не стареть. В советское время, когда Пахмутову и Добронравова ждали в гости на всех комсомольских стройках страны, никто и представить себе не мог, что такое Пахмутова. Для нас еще не было образа композитора. Мы знали, что это Александра Николаевна Пахмутова, а что такое Пахмутова, братски было неизвестно. Ну и готовились встретить нечто такое элегантное, чопорное, может быть, ну, композиторское, как оно представлялось нам. Таежной глуши. Вот, а вместо Александры Николаевны Пахмутовой приехала Аля, простой человек. Простой человек Аля и простой человек Коля писали о простых людях. Прилетали в Москву, записывали новые песни и уже со своими друзьями снова возвращались туда, где их ждали. Мы приезжали в Красноярск, на Богучанскую ГЭС, приезжали в Назейскую ГЭС,
приезжали в Якутию на Лену и пели, пели, пели песни, мы воспевали труд. Я в таежном смолистом краю встретил лучшую песню свою. Есть много людей, у которых тяжелая, невидная работа, и часто мало оплачивают. Такие люди живут и все-таки честно это делают. Ну как же не восхищаться ими, как не писать о них? О ком писать еще? С нас почти исторически пишут портрет. Только это, друзья, суета. Вот эти люди там в лесу ставят вот эти опоры. Грязно, холодно. А потом в городах становится вдруг светло. Светло, и все прекрасно. И кино идет, и телевизор смотрит, и в доме тепло. Пахмутова – это душа народа. Мне кажется, Пахмутова своей музыкой все время пела гимн любви. Любви к человеку, любви к родной земле. Однажды написанная в 1982 году песня о горе Магнитной стала официальным гимном города Магнитогорск. Сердце я навек сохраню, искреннюю преданность вам. Братья по судьбе, братья по огню, братья по горячим делам. Представьте себе такую картину. Плывет баржа, на барже пианино, за пианино сидит Пахмутова. В экипаж баржи, кроме Пахмутовой, входили поэт Добронравов и певец Кобзон. Пианино везли в тайгу. Это прекрасно было, да? Это было прекрасно. А вы его везли куда? Мы его везли на Усть-Илимскую ГЭС уже, все. Потому что станции еще нет, еще ничего нет. Но будет станция, будет дом культуры, и пианино потребуется обязательно. А во время пути Добронравов, Кобзон и Пахмутова давали концерты, причаливая то к одному, то к другому берегу, где их ждали строители, работавшие в тайге. Зрители собирались вокруг костра, а перед ними... На барже стоит пианино, Александр Николаевич играет, а Кобзон как окном на комарниках, потому что комарник очень красивый, петь знаете, невозможно. Черный комарник, как два Гамлета. Вот. Вечерами, отмахивая... так сказать, засилие комаров, очень злые в Сибири комары, вот, отмахивая от себя комаров, значит, мы сидели, пели песни на палубе этого теплохода, вот, и на гармошке кто-то играл, а девчонки, значит, танцевали. И вот это легло в основу песни «Девчонки танцуют на палубе». А река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские навстречу утренней заре, пан горе, пан. Больше никогда в жизни они не возили с собой пианино. Но это не мешало людям по всей стране собираться вокруг них. Куда бы ни приехали Пахмутовы и Добронравов, двери везде открыты. И даже там, где дверей нет, как в этой юрте на полуострове Ямал. Что это значит? Почему здесь теплее, чем в городской квартире? Вот я пью за хозяйку, и за хозяйку тундры, и за то, что за эти просторы бесконечные, за эту волю, и чтобы вы ценили, а мы бы вот завидовали вам, что вы живете вот на такой воле. Спасибо за ваше гостеприимство, за вас пью. Спасибо. Они приехали сюда, в этот далекий холодный край, за 2000 километров от своей московской квартиры, для того, чтобы выступить в таких маленьких залах и клубах от всей души. Надо только выучиться. Опоздали, мы заработались, но мы очень хотим кушать. Ну, наверное, поздно уже. Нет, не поздно, сейчас позову ресторан. Ребята, а вы будете кушать? Ребятки. А почему вы не хотите покушать?
Или у вас... У вас... Коля? Нет. У них денег нету, да, я могу забрать. Ребят, дайте, если у вас нет денег, то здесь вот поэт сидит. Да, это нет, его дело. Да. Пусть, хватит, давай, раскошеливайся. Быть совершенно веселыми, простыми. И самое главное, знаете, что вот при такой внутренней мощи таланта быть настолько простыми людьми. Ой, здравствуй, солнышко. Эти сто лет они видели. Да. Столько лет, да, храню, сто лет. А как дома? Как сыночек? Хорошо, сыночек уже 5 лет, вот с мужем катаемся. Это Демид. Ну как хорошо. Ребятки, дай бог вам счастья. А вообще у меня была уникальная история. Меня попросили для как раз концерта, для их юбилейного, Александре Николаевне, записать новую оркестровку русского вальса. А дирижер был у меня иностранец, а иностранцы, они же точно по пунктам, и он уехал. И я встал за дирижерский пульт. То есть я, как дирижер, записал русский вальс с темпами. То есть рядом с Пахмутовой я еще продирижировал Плетневским оркестром. Это останется на века. Я дирижировал оркестром в присутствии Пахмутовой. Оркестр – это живое существо. Вот. Это Божье существо, которое на земле, вот гении, вообще подарили это нам. Работая с оркестром, надо быть смелым человеком. Смелым. Симфоническую музыку этого смелого композитора знают и исполняют во всем мире. Концерт Пахмутовой для трубы с оркестром, написанный Александрой Николаевной еще в 1955 году, часто встречается в репертуаре зарубежных исполнителей, как это и было однажды в Санкт-Петербурге, когда концерт исполнили норвежские музыканты. Кто бы мог подумать, что в репертуаре Томаса Андерса, бывшего солиста группы Modern Talking, появится этот хит Добронравова и Пахмутовой. Семья, если можешь, приезжай скорее. Только пусто на земле. «Нежность» – песня из цикла «Обнимая небо», который был посвящен советским летчикам. А невероятная популярность песни «Нежность» началась с провала. «Нежность». Первой исполнительницей песни «Нежность» была Майя Кристалинская. И, вы знаете, премьера этой песни была в колонном зале. И Майя Кристалинская вышла и... очень так тепло и хорошо сказал. Сейчас вот будет премьера песни. Я очень волнуюсь, вы знаете, потому что вот от того, как вы примете эту песню, будет зависеть ее, в общем, дальнейшая судьба. Так же пусто было на земле, и когда летала к Зюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля. Но то самое первое исполнение песни «Нежность» в колонном зале Дома Союзов закончилось тем, что Майя Кристалинская ушла со сцены под стук своих каблуков. В зале не раздалось ни одного хлопка. Зритель не принял и не понял эти замысловатые речевые обороты про звезды, которые отдают свою нежность летчику. И она, несмотря на провал вот этот вот, она стала ее петь в каждом концерте.
И уже там, я не знаю, прошло полгода или там год, когда из зала, когда она выходила, ей стали кричать «нежность». В общем-то, практически это получилось, что это уже песня не просто о летчиках, это просто вообще о жизни, о любви, в общем-то. Не случайно вот Леознова ее взяла в свой фильм, где главный герой – шофер такси, и она, так сказать, там крестьянка-колхозница. Так же было пусто на земле. Ой, и когда летал это... Летчик один летал, французский. Это... Так же падала листва в садах. Это исполнение песни «Нежность» на авторском вечере Пахмутовой в 1988 году. В зале среди зрителей был человек, сердце которого, наверное, переживает самые нежные и самые сильные чувства, когда слышит эту песню. Человек, который никогда не появлялся в кино, на телевидении, только однажды и случайно на этих кадрах. Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты. Мама дружит и дружила с Александром Николаевной и Николаем Николаевичем всю жизнь. И сейчас они в прекрасных отношениях, просто в силу возраста видятся значительно реже. Александра Николаевна сама очень светлый, очень доброжелательный, очень интересный человек. Николай Николаевич всегда был вместе с ней, и они создавали такую прекрасную, удивительную пару. Мы проводили, по крайней мере, один отпуск проводили вместе на даче ЦК Комсомола в Крыму. И песни Александры Николаевны моим родителям полюбились сразу. Встречаем Новый год с Александрой Пахмутовой, Николаем Добронравовым, которые написали новую песню «Обнимая небо». Посвящается она нашим космонавтам, летчикам. А исполняет ее летчик-испытатель. Пока, правда, в кино только. Артист Лев Барашков. Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если песни, которые легко запоминались, сразу ложились на слух, которые можно было напевать для себя, которые можно было петь вместе с друзьями. Любимой песней Юрия Алексеевича была песня «Надежда». Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. От песни довольно одной, чтоб только о доме мне пелось. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. Свадьба громкая была ваша? Руслан, да, не знаю, нужно ли это, чтобы было в эфире, но свадьба была в подвале. Ну вот там, где мы жили. Ты, Коля, жил, у нас же была комната около 18 метров у нас. А у него вообще не было. А вот в этой коммунальной квартире, где он жил, был большой такой зал в полуподвале. Белого платья у меня не было, у меня был розовый костюмчик. Шили мама и сестра, шили мне розовый костюм. Было хорошо. И мы вечером там гуляли со своими родственниками, с Алиной, с моими друзьями, с ее друзьями. Вот так, такая у нас была, ну, свадьба была. Замечательный пар. Мне прям до слез. Прям вот я послушала вас.
Спасибо. Ну, спасибо. Наш поезд подходил к станции Тамбов. Уже известно, что сразу с вокзала Александре Николаевне и Николаю Николаевичу необходимо ехать на репетицию концерта, который состоится уже вечером, с корабля на бал. Здравствуйте, Александра Николаевна, дорогая. Там чемодан. Здравствуйте. Это юные поклонники. Очень приятно. Вот еще юный поклонник. О, нормально. Это самый юный. Здравствуйте, красавцы и красавицы. Ой, кстати, скоро мы сейчас в Галаке. Пришло весно, лето уже заснеженное. Так, фотографируйте, давайте. Что в крайнем случае согласна. Спасибо. Мы приветствуем, Александр. Она... удивительно сердечный, душевный и удивительно искренний человек. Удивительно, потому что вот вся ее жизнь – это открытое сердце, горячее открытое сердце, которое она в своей музыке отдает людям. Сердце, которое умеет творить чудеса. Под музыку Пахмутовой люди строили, покоряли тайгу, летали в космос, объяснялись в любви и плакали. Да, однажды плакала вся страна под музыку Пахмутовой и стихи Добронравова на закрытии Московской Олимпиады. Причем организаторы перед написанием песни попросили выполнить два очень важных условия. Никому не показывать песню до премьеры и никому не рассказывать, что Мишка улетит. Мне позвонил Николай Николаевич и попросил меня приехать к нему домой. Я приехал, и они с Александрой Николаевной стали рассказывать мне ситуацию по поводу закрытия Московской Олимпиады. Пока не ясно, что это за действие будет, да, может быть, Мишка будет улетать. Ну, пожалуйста, доверительно и сентиментально. Не грусти, улыбнись на прощание, вспоминай. Эти дни вспоминай. Вот эта песня, она стала такой знаковой. Я, честно говоря, никогда не мог предположить даже, что вот она станет такой настоящей эпохальной песней. Пожелай. Мы сейчас уже не помним Московскую Олимпиаду, а песня, и Мишка улетающий остался, и он до сих пор трогает сердца и души наших соотечественников, и не только наших. До свидания, до новых встреч. Потом, когда я это увидела на экране, я сказала, а почему они плакали? Вы знаете, потому что, может быть, это не благодаря песне, а просто был последний день Олимпиады, она была наполнена добром. Вот добром. И вот люди сидели на стадионе, незнакомые, вот так сидели рядом. И в этом было столько добра. И я помню эту песню, и я помню, как я плакал. Правда? Правда? Вот настолько было эмоциональное потрясение. Внутреннее у ребенка. Народные артистки СССР, лауреаты государственных премий СССР, героя социалистического труда, композитора Александры Николаевны Пахмутовой. Спасибо вам за то, что вы так принимаете сердцем и душой вот этот прекрасный праздник песни, который, надеюсь, вот станет такой доброй традицией. Праздник песни в Тамбове. Спасибо вам большое. Для нас самих, вот для меня, для Николая Николаевича, для нас самих вот
вот такие встречи с людьми, и встречи, вот как сейчас мы в Тамбове, это встреча с Россией, потому что вот истинная Россия. Вот мы, когда едешь, мы ехали всю ночь, такая красота, а всего около 500 километров. Какая же она огромная, какая же она великая. Александра Николаевна и Николай Николаевич возвращались в Москву. На соседнем пути остановился проходящий поезд. Пассажиры в отчаянии. Взять автограф, поздороваться с Александрой Николаевной не получится. Я не знаю, как вас обнять. Не пускают, не пускают. И ведь попробуй потом кому-нибудь докажи, что вот так вот запросто однажды видел саму Пахмутову. Никто же не поверит. И кто-то из пассажиров, когда поезд уже трогался, отчаянно попытался хоть таким способом выразить свои чувства. Спасибо! И это, конечно, любовь.